Друзья, всем привет! Вы на канале с Аленой, и сегодня мы с вами говорим о синдроме беспокойных ног. Синдром беспокойных ног и фибромиалгия. Так часто возникает у людей совершенно разного возраста и может проявляться как двигательной активностью, нарушением внимания, тревогой, бесконечным стрессом. Как можно себе помочь? Напоминаю, видео носит рекомендательный характер, не отменяет похода к врачу, но все же, как клинический психолог, имею право говорить с точки зрения только психологии, но так как вы у меня больше просите нутриенты, которыми я уже занимаюсь несколько лет, подсказываю вам вот что. Друзья, если есть такая история, понятно, нужно смотреть на магний-хелат, также на состояние эмоционального фона. Здесь может помочь комплекс валерьяны по 2 капсулы на ночь в виде теплого чая. Это дает более продуктивную, такую расслабляющую текстуру, которая влияет на вегетатику. Также, например, если это ребенок, то это жевательные витамины, витозаврики обязательно, друзья. Смотрим. Витамины с железом, это витамины группы В обязательно. Без них расслабить нервную систему достаточно сложно. И, например, добавлять чай 5-HTP Power, он обязателен. Это предшественник серотонина. Если плохо строите свой серотонин, не знаете причин, почему не строите, то хотя бы так помогайте себе, потому что достаточно сложно жить человеку в депрессивном состоянии. Из депрессивного состояния начинаются другие проблемы. Также полезные жиры – это омега-3. Можно чередовать с лецитином обязательно по 1-3 раза. Смотрите на свою реакцию. У некоторых лецитин вызывает возбуждение. Смотрите тоже, как будет у вас. Проконтролируйте свой витамин D3, если он низкий, ниже нормы. Это может быть причиной глубочайшей депрессии и симптомов двигательной активности. Постоянно быть нужно в программе очистки. Это снижает количество токсинов в кровотоке и цереброспинальной жидкости. Что это значит? Это значит, что у вас в организме меньше токсинов, и организм не так напряжен и склонен к воспалению и к боли. Чтобы работал хорошо кишечник, можно использовать лакло и бифидофилус флора. Надеюсь, это видео было максимальным для вас полезным. Напишите под видео, хотите ли вы получать данные препараты, и напишите о том, что вы уже пробовали. И, конечно, оставьте просто свой комментарий, если это было вам полезно. Напоминаю, все продукты, которые я называла, я приобретаю для своих клиентов и для себя в компании NSP, потому что в этой компании я приобретаю их в течение 10 лет и имела совершенно разные трудности со здоровьем, и именно у них нашла полезные для себя продукты. Если нужна скидка, тоже пишите мне под видео.